Что такое степень MBA? Это еще одна ступенька в карьере. Слушатели, которые приходят учиться в бизнес-школу, делают выбор в пользу развития профессионального и личностного. Я глубоко уважаю людей, которые не останавливаются в развитии, идут в ногу со временем. Рынок труда в частности и философия жизни в целом требуют сейчас глобальной перестройки мышления. Как это делать правильно, осознанно, эффективно? В Центре развития карьеры МФЮА мы подходим к решению этих вопросов комплексно. Это и карьерное консультирование, с помощью которого слушатель может выбрать карьерную стратегию с учетом внешних и внутренних факторов. Это работа на определение ценностей и сильных сторон. Это тестирование эмоционального интеллекта и его развития. Помимо индивидуальных встреч, это возможность принимать участие в различных профильных мероприятиях, направленных на расширение бизнес-связей и укрепление взаимоотношений с работодателями. Это возможность принимать участие в конкурсах на вакантные позиции в международные и отечественные компании. Это карьерное сопровождение во время обучения и после него. Наша задача заключается в том, чтобы выпускники бизнес-школы на выходе получали не только диплом, но и четкое понимание, что с этим дипломом делать дальше, чтобы в ближайшее время их жизнь качественно изменилась в лучшую сторону.